В Европе засуха, которую спровоцировала аномальная жара за летние месяцы. Во Франции, Испании и Польше осадков выпало в 5 раз меньше нормы. Обмелели крупнейшие реки. В Румынии уровень воды в Дунае опустился на 5 метров. Десятки грузовых судов не могут выйти из порта. А в Германии пассажирская навигация по Эльбе и вовсе не начиналась. В отчаянном положении оказались европейские фермеры. Их урожай уничтожает палящее солнце. Выжжены гектары кукурузы, пшеницы, рапса. Аграрии боятся, что зимой будет нечем кормить животных. Нет травы, чтобы заготовить сено.